Шрила Прабхупада ки джай, Шри Шри Нитай Сачинандана ки джай, Нитай Гаура Премананданы Хари Бол. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Майи аньена бхавена бхактим курванти едридхам маткритти тьякта карманас тьякта сваджана банхава. Саду непоколебим в своем преданном служении. Ради Господа он пребывает в связи с миром, будь то семейные узы или дружеские отношения. Ради Господа он прорывает все связи с миром, будь то семейные узы или дружеские отношения. Комментарий. Саньяси, человека, отрекшегося от мира, тоже называют саду, потому что во имя Господа он отказывается от всего, от дома, материального комфорта, друзей, родственников и от своих обязанностей по отношению к ним. Он оставил все ради служения Верховной Личности Бога. Саньяси, как правило, дает обет отречения от мира, но его обет принесет плоды только в том случае, если он самоотверженно направит всю свою энергию на служение Господу. Поэтому здесь сказано «Бхактим курванти е дхарма дхармам». Того, кто искренне служит Господу и дал обет отречения от мира, называют саду. Такой человек сложил с себя все обязательства по отношению к обществу, семье и человечеству ради того, чтобы целиком посвятить себя служению Господу. Едва появившись на свет, мы оказываемся в долгу перед своими соотечественниками, полубогами, великими мудрецами, животными, родителями, предками и многими другими. Тому, кто раз и навсегда порвал со всем этим ради служения Верховному Господу, не грозит наказание за пренебрежение своими обязанностями. Однако, если человек отказывается от них ради того, чтобы наслаждаться материальной жизнью, он будет сурово наказан законами природы. О магьяна тимирандасия гинанджана шалакая чакшурн милитам яна тасмашай гравенма ши чайтанья манобиштам ставитам яна буттари твоям рупа кадама ям дадайте свападантикам вандейхам ши гуру ши юта падакамалам ши гурун вайшнавам шча шри рупам саграджатам сахагана рагунатан витам там садживам садвайтам савадутам париджана сахитам кришна чайтанья дейвам шри рада кришна падан сахагана ларита шри вишахан витам шча и кришна каруна синху динабану джагатпаты гаупеша гапика канта рады канта намостуте тапта канчана гауранге рады вриндаванешвари Вришабану Сута Деви Пранамами Харипри Панча Калпата Рубешча Крипа Синубья Ивача Титанам Павани Бьо Вайшнави Бьо Намо Намаха Дайши Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шива Саригаур Бхакта Бринда Ом Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Харе Рама, 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 Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине, Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине,
Нирвишеша шуньявали паччати дейшитарине. Саду непоколебим в своем преданном служении. Ради Господа он прорывает все связи с миром, будь то мир, семейные узы или дружеские отношения. И сегодня я хочу поговорить о принятии саньясы Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада принял саньясу в 1959 году, но на самом деле он сделал это гораздо раньше. Слушал отрывок лекции. Боже мой. Забыл имя преданного. Только что было в голове. Вальмики Прабу. Боже мой. Да, Вальмики Прабу. И он говорит, тоже говорил пару слов о саньясе. И он объясняет, что саньяса это не просто снять белые одежды и одеть шафрановые, и взять данду в руки. Он говорил, что вот человек, который принимает брахмачари ашрам, идет и учится в этом ашраме вести семейный образ жизни. Потом, после того, как он научился грехасхашаму в своем ашраме, ну, тому, как жить грехасхой, он ищет себе вторую половину, тоже такую же брахмачарини. Они вступают в союз и ведут семейный образ жизни грехасхашами. То есть они посвящают всю свою жизнь преданному служению. И он говорит, что вот это уже саньяса. То есть если преданный полностью посвящает себя служению Кришне и занимает все в служении Кришне, это саньяса. И Шрила Прабхупада, он принял саньясу еще в 22-м году, когда только он встретился со своим духовным учителем Шрилой Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджем. У него был друг Нарендранат Малик, и этот друг пригласил его на встречу с удивительным саньяси. Но на самом деле он не просто его пригласил, а он его просто притащил туда физически. Мы знаем, что Шрила Прабхупада жил в семье преданных, с рождением был преданным. И он встречался неоднократно с разного рода махараджами, саньяси, саду. И никак не мог найти именно того саду, кого бы он мог принять своим духовным учителем. И когда ему сказали об очередном саду, он уже как бы так спокойно к этому ко всему относился. И тогда он был приверженцем Махатма Ганди. И Нарендранат Малик, он понимал, что Абай, тогда его звали Абаем, он был очень влиятельным уже в те годы. У него были друзья, и он понимал, если Шрила Прабхупада начнет чему-то следовать, то этому начнут следовать все. И поэтому он затащил его туда. Они пришли, ждали, когда придет саду. И когда зашел Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж, они принесли ему поклоны. Когда они встали, этих поклонов,
Тут же Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж обратился к ним и сказал: «Вы молодые люди, образованные джентльмены, вы должны посвятить свою жизнь тому, чтобы распространить знания, учения Шри Чайтани по всему миру, в странах Запада, распространять его на английском языке». И после этого поклона он получил сразу миссию, миссию, которой он посвятил всю свою жизнь. И в одной из бесед, это был 76-й год, и беседа с учениками была, и Шрила Прабхупада говорил, что удивительно, что вся моя жизнь, она делится на определенные ступени, и эти ступени происходят через 11 лет. В 22-м году я встретился с духовным учителем, в 33-м получил посвящение, в 44-м начал издавать журнал «Обратно к Богу», и в 55-м оставил семью, в 66-м основал ИСКОН. Тогда ученики, это был 76-й год, ученики сказали: «Шрила Прабхупада, значит, в следующем году тоже что-то будет значимое очень. Скорее всего, может быть, вы напишите, закончите Шримад Бхагаватам». Шрила Прабхупада сказал: «Да, что-то должно быть значимое в следующем году. Возможно, действительно, я закончу Шримад Бхагаватам». И мы знаем, что в 77-м году Шрила Прабхупада не закончил Шримад Бхагаватам. Он вернулся на Голока Вриндавану, к Шри Кришне. Это была действительно значимая дата для Шрилы Прабхупады. И это было счастливой датой. Очередная ступень, завершительная. Но для преданных учеников это был не особо счастливый день, потому что мы знаем, что после этого в ИСКОН начались проблемы, когда Шрила Прабхупада ушел. Проблемы, отклонения, и не для всех он стал действительно счастливым днем, но и плюс потеря духовного учителя. И в 59-м году Шрила Прабхупада принял саньясу, но порвал семейные узы, он, как я уже сказал, раньше, в 55-м году. И Шрила Прабхупада, он говорил, что я оставил семью, но я оставил, у меня было несколько детей, но сейчас можно посмотреть, у меня тысячи детей. И он сказал, что тот, кто посвящает свою жизнь Кришне и отдает ему что-то или все, такой преданный, он ничего абсолютно не теряет. Шрила Прабхупада показал пример, да, действительно, Шрила Прабхупада ничего не потерял, он нашел очень много. И Шрила Прабхупада, он в 59-м принимает саньясу, но чем отличается Шрила Прабхупада от других саньяси? Тем, что он никогда не жил в матхах, не занимался там
служением в ашраме не учился. Но в то же время Шрила Прабхупада, сколько он принял наставления своего духовного учителя, он всегда участвовал в миссии. Он принял саньясу в те самые времена, он посвящал все служению. И в 40-х годах он жил в Бомбее, и там он встретил Бхакти Ракшак Шридхара, Дев Госвами Махараджа, и помогал ему организовывать проповедь, публичные программы, для того, чтобы тот смог собирать пожертвования на строительство храма. Он помогал ему во всем, чем только мог. И вот эта его способность организовывать и вовлеченность в преданное служение заметил не только Ракшак Шридхар Махарадж, но и другие преданные. И они обратились тогда Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджу и предложили ему: давайте мы Абхая сделаем президентом храма. Он очень хорошо все организовывает, и это будет хороший президент храма. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махарадж, он сказал: нет, оставьте Абхая в покое. Придет время, и он сам один все сделает. И после этого никто Шрилу Прабхупаду больше не трогал. И мы знаем, что Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж, он всегда прославлял Шрилу Прабхупаду, выделял его среди других учеников. Он говорил, что Шрила Прабхупада — это удивительный слушатель. Он, да, в 68-м году Шрила Прабхупада в штате Огайо рассказывал своим ученикам тот пример, как Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж его прославлял. Однажды Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж организовал очередную парикраму по Бриндавану. А Шрила Прабхупада тогда жил в Аллахабаде. И чтобы услышать своего духовного учителя, он отправился во Бриндаван и приехал в один из дней, присоединился к парикраме. И Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж читал лекцию. И он сказал, что здесь неподалеку храм, они не могли читать лекцию в храме, потому что большая аудитория, много учеников было у Бхактисиддханта Сарасвати Махараджа. И он читал лекцию в другом месте, и он сказал, что вы можете сходить в храм и получить там даршан, сейчас подгляжу, что это был за храм. Нет, я не вспомнил. Шиши. Не вспомню, как называется, но суть в том, что Вишну, возлежащий на шеше, как
вот этот храм, он называется именем Шешишай Вишну. И практически вся аудитория Бхактистан Сарасвати Махараджа, они пошли получать даршан. И остались просто немногие. И Бхактистан Сарасвати Махарадж продолжал лекцию. И там оставалось, может быть, человек 12. И Шрила Прабхупада оставался среди них. И это отмечал Бхактистан Сарасвати Махарадж. Шрила Прабхупада сказал, что тот, кто будет слушать, тот, кто будет внимательно слушать, тот сможет хорошо проповедовать. Ученик должен гореть к слушанию своего духовного учителя. Нужно сначала слушать, потом вы сможете рассказывать. Потом вы сможете посвятить свою жизнь служению Кришне. И Шрила Прабхупада, он действительно начал сам в одиночку в 1944 году. Он начал печатать журнал «Бхакти Гатхит». И что удивительно, он сам писал статьи, сам их печатал, сам относил материал в печать. И сам забирал этот материал, и сам эти журналы распространял. И когда это длилось какое-то время, он снова приходил печатать, и ему говорили: «Послушайте, мы уже столько для вас много напечатали, но когда же мы получим наши деньги?» Шрила Прабхупада говорил, что деньги будут, пожалуйста, напечатайте еще новый номер «Back to Godhead». Он уговаривал типографии директоров, и те печатали ему снова. И он снова распространял эти журналы. И Шрила Прабхупада распространял эти журналы на таком старом велосипеде, который уже скрипел. И одна ученица Шрилы Прабхупады, она написала книгу о том, о воспоминаниях о Шриле Прабхупаде. И в этой книге она говорила, не она говорила, а делились люди, которые жили в Индии, которые соприкасались с Шрилой Прабхупадой, и они рассказывали, что когда мы слышали какое-то из утр, как велосипед делает так, жить, и они понимали, что вышел новый номер «Back to Godhead», что сейчас приедет ко мне Абай Чаран и предложит мне очередной номер. Шрила Прабхупада, он ходил от дома к дому, он ходил по рынкам и распространял эти журналы. Он был еще грихасхой, то есть он еще не оставил семью в эти годы. Но он уже тогда полностью посвящал себя служению. И в 55-м он оставил семью. И это произошло, мы знаем эту историю, что он сказал: «Если ты будешь пить чай, то я уйду». Спросил: «Если ты будешь продолжать пить чай или нет?»
твою супругу, выбирай либо чай, либо я. И тогда она сказала, я выбираю чай. И спустя какое-то время Шрила Прабхупада пропал. Но этому еще были другие события. В 50-м году Шрила Прабхупада, он проснулся посреди ночи, это было, может быть, где-то час ночи, и он пришел к своему дорогому другу Бхакти Ракшак Шридхару Махараджу для того, чтобы тот дал ему саньясу. Он говорит, представляешь, ко мне сегодня ночью пришел наш духовный учитель Бхактисиддхан Сарасвати Махарадж, и он дал мне наставление, оставь все и прими саньясу, отправься путешествовать и распространять знания по странам Запада. И Шрила Прабхупада сказал, но я еще сомневаюсь на самом деле, сомневаюсь в том, что мне действительно это нужно сделать. И тогда Махарадж его отговорил. Он еще к тому же был связан тесными узами с семьей Шрилы Прабхупады, и у них были родственные отношения еще к тому же с супругой Шрилы Прабхупады. И он понимал, что такое саньяса. Что такое саньяса в Индии? Это значит, что он просто уйдет из дома, и больше никто его не увидит из родственников. И он понимал, что он станет просто под обстрел своих родственников, родственников Шрилы Прабхупады, поскольку они все хорошо его знали. Он немножко боялся этого. И он отговорил Шрилу Прабхупаду, тебе еще рано. И буквально спустя какое-то время приснился Шри Прабхупаде тот же самый сон. Снова пришел Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж к нему во сне и снова сказал, ты должен принять саньясу и распространять знания по всему миру. И Шрила Прабхупада снова вскочил. Снова это был час ночи. И снова он пришел Бхакти Ракшак Шридхару с вами Махараджу, постучался к нему в дверь, разбудил его и снова сказал, ты должен мне дать саньясу, и у меня уже нет никаких сомнений. Мой духовный учитель приходит во второй раз ко мне. Пожалуйста, дай мне саньясу. И он сказал ему, ты можешь просто принять уклад жизни Бахудан, то есть можешь оставить семью, жить вдали от нее, проповедовать, но не принимай пока формально саньясу. И на следующее утро Шрила Прабхупада просто исчез из дома. Все вещи оставались, его пожитки, но Шрила Прабхупада уже не было. И в этот день Шрила Прабхупада принял саньясу. И это показывает, что Шрила Прабхупада, он принял это наставление не как какую-то формальность, что нужно бросить свою семью и одеть шафрановые одежды, взять данду. Шрила Прабхупада понял ее, что это наставление понял, что нужно еще больше посвятить своего времени служению Кришне. Не обязательно для этого менять одежду. И
еще немножко почитаю вам. В 58 году Шрила Прабхупада написал Вриндавана Бхаджан. Во Вриндаване он это сделал. Так, сейчас найду первый стих. Почитаю первый и последние стихи. Неудобно, конечно, листать. Мой дорогой Господь Кришна, пожалуйста, предстань перед моим взором. Живя в уединении в твоей священной обители, Вриндаван Дхаме, я размышляю так. У меня есть жена, сыновья и дочери, внуки и все остальное. Но теперь, когда я лишился своего богатства, все это стало бессмысленным. Так называемые материальные блага превратились для меня в источник разочарования. Мой дорогой Господь Кришна, ты милостиво явил мне истинный лик твоей материальной энергии. И сегодня, о твоей беспричинной милости, я полностью утратил вкус к материальным наслаждениям. И мой Господь сказал, проливая на преданного свою милость, я в первую очередь отбираю все его материальные достояния. Но способен ли я по достоинству оценить такую беспричинную милость, о всемилостивый Господь? Когда я остался без денег, от меня отвернулись все домочадцы, родственники, близкие, друзья и братья. Мне следовало бы почувствовать себя несчастным, но я смеюсь, сидя в уединении здесь, в своей обители, в Вриндаване, я смеюсь от переполняющего меня счастья. В этом мире кто из так называемых родственников, друзей и любимых по-настоящему любит друг друга? Куда ушли так любящие меня отец и мать? Где все близкие и дорогие мне люди? Что стало со старшими членами семьи и моими близкими родственниками? Скажи мне, где они теперь? Что осталось от любимой семьи, кроме имен? Шрила Прабхупада здесь говорит, что была у него семья, были отец, мать, жена, дети, сыновья. Но он не знает, куда ушли его отец и мать, что с ними стало. И он хочет нам дать понять, что на самом деле мы родственники не только со своими близкими, со своими женами, детьми, матерями, дядями, тетями. Мы все вечные души. Он пишет в следующем стихе. Подобно тому, как пена исчезает в проведении ее океанской пучины, материальные тела недолговечны, продолжение материальной энергии, составляющей из пяти первоэлементов, что все эти материальные тела, они уходят, но джива, она живет вечно. И на самом деле у нас гораздо больше родственников. Мы не должны ограничиваться рамками своей семьи, рамками своей страны, нации.
И сейчас я перемотаю к последнему стиху. Который очень меня сильно... Этот стих явно был обращен ко мне. Может, кому-то он тоже понравится. 27 стихов в этом произведении. Тот, кто думает, что заниматься преданным служением, значит сидеть в своей комнате, выкрикивать указания, придираться к домочадцам и громко возмущаться. Напрасно растрачивать свою ценную человеческую жизнь. Давайте еще раз. Тот, кто думает, что заниматься преданным служением, значит сидеть в своей комнате, выкрикивать указания, придираться к домочадцам и громко возмущаться, тот напрасно растрачивает свою ценную человеческую жизнь. Единственным результатом такого поведения будет лишь душащая этого человека желчь. Он может миллионы жизней заниматься подобным служением, в кавычках, но ему так и не удастся удовлетворить верховную личность Бога, Шри Кришну. То есть миллионы жизней мы можем сидеть дома, думать, что мы занимаемся преданным служением, Шрила Прабхупада написал, в кавычках, преданным служением. Верховный Господь Кришна не является чьей-либо собственностью, передающейся по наследству. Никто не может утверждать, будто Кришна принадлежит ему, если сам он ничего не сделал для того, чтобы обрести Кришну. Поэтому выходите из своей конуры и не ищите никаких оправданий. Все принадлежит Верховному Господу Шри Кришне. И сам Верховный Господь принадлежит всем и каждому, как их вечный Господин. Громко пой святое имя вместе со всеми, велит Господь. Трансцендентное могущество Санкиртаны, проповеди святого имени Господа, естественным образом поможет вам помнить о Господе Шри Кришне и осознать свои вечные взаимоотношения с Ним. И тогда сокровенное личное поклонение Господу навеки воцарится в вашем сердце. Шрила Прабхупада, он здесь говорит, Кришна, мы знаем, что святое имя и Кришна, они не отличны друг от друга. То есть, святое, как я рассказывал так, позапрошлый понедельник, да, о том, что Шрила Прабхупада, он пришел на лекцию, он часто это делал, приходил на лекции своих учеников, чтобы послушать их. И он пришел на лекцию, и один из учеников говорил, святое имя, оно присутствует, ой, Кришна, он присутствует в святом имени. Шрила Прабхупада остановил его. Где Кришна присутствует в святом имени? В начале святого имени или в конце? Или, может быть, в середине? Шрила Прабхупада сказал, святое имя, оно не присутствует, ой, Кришна, он не присутствует в святом имени. И тот ученик, он просто растерялся. Кришна, он не отличен от святого имени. Святое имя и есть Кришна. И здесь Шрила Прабхупада говорит, поэтому выходите из своей конуры. Он говорит, что Верховный Господь Кришна не является чьей-либо собственностью. То есть мы получили это святое имя, мы теперь его пытаемся пользоваться им, пытаемся, повторяя его, избавиться от каких-то своих страданий, может быть, даже анарх,
пытаемся с помощью святого имени избавиться. Но Шрила Прабхупада здесь говорит: выходите из своей конуры и раздавайте Кришну всем, раздавайте святое имя всем. Это он написал в 58-м году. И в 68-м году он беседовал со своими учениками и рассказывал о Бхакти Прагьяна Кешава Махараджа, о том, что тот вдохновлял его принять саньясу. Но Шрила Прабхупада, он переживал, он сомневался. И спустя какое-то время эти сомнения не оставили Шрилу Прабхупаду. Да, в 59-м году у Шрилы Прабхупады ушли все сомнения, что ему нужно принять саньясу. И он тогда обратился к Бхакти Вилас Тирти Махараджу, чтобы тот дал ему саньясу. Он пошел к нему, поскольку тот был старшим в храме, и он заведовал там всем и книгами, печатью, и проповедью, и менеджментом. И Шрила Прабхупада подумал, что вот если я ему... Да, и он занимался тем, что он, у него были все документы Искона. О, не Искона, а Матха, Гауди Матха, да. И он подумал, что если я ему напишу письмо, то он не должен мне отказать. И тогда Шрила Прабхупада обратился к нему в своем письме: дай мне, пожалуйста, саньясу, помоги мне печатать книги на английском языке, помоги мне отправиться в страны Запада и помоги мне там начать проповедь. И тогда Бхакти Вилас Тирти Махарадж, он ему сказал, что вначале ты должен поселиться у нас в храме, взять какое-нибудь служение себе смиренное и помогать мне переводить книги, печатать книги, помогать мне печатать книги. И тогда и ты сможешь тогда видеть, как другие твои братья получают саньясу. Ты будешь учиться у них саньясе. И со временем, когда-нибудь, ты тоже сможешь принять саньясу. Также он ему написал обещание, что мы дадим тебе очень хорошую комнату, и ты сможешь помогать нам писать книги для того, чтобы писать книги для нашего храма. И Шрила Прабхупада позже обратился снова с той же самой просьбой. Снова помоги мне, дай мне саньясу, помоги мне. Написал еще одно письмо во второй раз. Помоги мне распространять знания в странах Запада. Помоги мне туда перебраться. Но Бхакти Вилас Тирти Махарадж, он также обратился к нему с ответом: нам нужно сейчас писать книги на нашем языке. Нам нужно проповедовать в нашей стране. Пожалуйста,
Помоги ты нам в этом, мы тебя всем обеспечим, потом мы тебе поможем. И тогда Шрила Прабхупада, он, вот эта беседа с учениками, в которой он рассказывал о Бхакти Прагьяна Кешава Махараджи, который вдохновлял его принимать саньясу, он сказал им, что он обратился к нему, и тот незамедлительно дал ему саньясу. Он понял, что не нужно откладывать это дело на потом. Он даже не занялся тем, чтобы как-то организовывать эту церемонию. Он просто посмотрел в календарь и увидел, что в ближайшее время наступит Вишварупа Брахмотсава. И это очень благоприятный день для принятия саньясы. Не Брахмотсава, а Вишварупа Махотсава, простите. И это очень благоприятный день для принятия саньясы. И он организовал это очень скромно, никаких писем никому не рассылал, никого особо не приглашал. Там еще принимал еще один духовный брат Шрилы Прабхупады, Санатана Дас его звали, и он стал Муни Махараджем. И там присутствовали на этой саньясе всего лишь несколько брахмачариев, ну или может быть все брахмачари, которые жили в ашраме. И он присутствовал Кришнадас Бабаджи Махарадж и Нараяна Махарадж. Нараяна Махарадж, он проводил яги. И когда проходила яги, Шрила Прабхупада, да, когда она закончилась, Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж, он прочитал небольшое обращение о саньясе, и потом он попросил Шрилу Прабхупаду, сказал: «Теперь ты, пожалуйста, говори, дай лекцию, ты. Теперь твоя очередь». И Шрила Прабхупада, он начал читать лекцию на английском языке. Хотя там сидели брахмачари, которые нисколечки не знали английского языка. Они не поняли ни одного слова. Но всю лекцию Шрила Прабхупада прочитал на английском языке. Его могли только понимать Бхакти Прагья Кешава Махарадж и Нараяна Махарадж и Кришна Дас Бабаджи Махарадж. Только они знали английский язык. Но он все говорил на английском. И этим он показал, что он принимает эту саньясу для того, чтобы именно для того, чтобы распространять знания на английском языке. И еще один случай, по которому это понял, что это именно та личность, Шрила Прабхупада, это именно та личность, которая действительно способна распространить знания в странах Запада. Это понял Кришнадас Бабаджи Махарадж, и он рассказывал это нескольким ученикам Шрилы Прабхупады. Когда проходила яги, Кришнадас Бабаджи Махарадж, он был одним из лучших друзей Шрилы Прабхупады. И это тот Бабаджи Махарадж, который всегда везде воспевал святое имя. И в то время, когда Бхактистан Сарасвати Махарадж, он ушел, оставил этот мир, в Гаудия Матхе начались проблемы,
политические. И даже случалось так, что махараджи из одного матха не пускали в другой матх, они запрещали им ходить вообще. Но Кришнадас Бабаджи Махарадж был одним из тех, кого, может быть, это единственный был таким махараджем, которого пускали во все матхи. Его рады были видеть везде, потому что он был абсолютно вне политики. Он был просто поглощен воспеванием святого имени. И как только он входил в какой-нибудь матх, к нему сразу подходили, вешали ему мридангу на шею и просили: пожалуйста, веди киртан. И когда он начинал киртан, все приходили просто, обретали полное счастье. Его рады были видеть везде. И вот на церемонии саньяса он сидел и просто на четких повторял: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. А там происходила церемония. И один из участников церемонии, он обратился к нему: пожалуйста, а у нас тут проходит же церемония, пожалуйста, потише повторяй или перестань. Это мешает. Но когда услышал это Шрила Прабхупада, он повернулся, тут же повернулся к Кришнадас Бабаджи Махараджу и сказал: продолжай повторять. Еще громче повторяй, еще громче повторяй. И об этом рассказывал он ученикам Шрила Прабхупады, когда Шрила Прабхупада ушел, что именно поэтому он понял, что это именно та личность, которая сможет распространять святое имя, потому что у него есть твердая вера в святое имя. Вот так прошла инициация саньясу Шрилы Прабхупады в этот день, 61 год назад. И дальше мы все знаем, что Шрила Прабхупада, он прибыл в нашу страну, в страны Запада, в Америку, и распространял знания по всему миру. Поэтому мы должны быть очень благодарны Шриле Прабхупаде, что он решился на этот шаг. Вообще, насколько мы знаем, что саньяса, она не рекомендована в Кали, но если эта саньяса призвана для того, чтобы полностью посвятить себя распространению трансцендентного знания, то такую саньясу Господь Чайтанья он принимал, он сам принял саньясу, показал пример, для чего эта саньяса нужна, для того, чтобы путешествовать и распространять святое имя по всему миру. Поэтому давайте мы тоже постараемся принять эту саньясу, не оставлять наши семьи, даже, может быть, после 50 лет, после 60-70 лет. Просто будем стараться всегда и везде давать святое имя. И самое главное – услышать наставление от своего духовного учителя и нести его всю свою жизнь в своем сердце и стараться сделать все, чтобы медитировать на это и сделать все, чтобы действительно выполнить это наставление. Всех с праздником. Спасибо большое, преданные, что выслушали меня. Может быть, есть какие-то вопросы, дополнения, исправления, пожертвования. Включайте микрофоны, пожалуйста. Если нету, то давайте на этом остановимся. Завтра продолжим изучать Шримад Бхагаватам.
класс Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай. Джай. Харибол. Давайте проводим джай. Джай. Прабхупада ки джай.